На этой неделе телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева собрала самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса в одном из столичных клубов. Одно из правил – гости должны были явиться полуобнаженными. Как известно, это требование наши знаменитости часто выполняют и на обычных светских мероприятиях, и красных дорожках, так что прийти в неглиже к Ивлеевой для них не составило никакого труда. Так, Лолита Милявская продемонстрировала народу черный кружевной комплект и полупрозрачный комбинезон, в котором она ползала на четвереньках на вечеринке. Ксения Собчак засветила интимное место в аналогичном наряде, а хозяйка вечера Анастасия Ивлеева показала всем волосатый зад, украшенный ювелиркой за более чем 20 миллионов рублей. Филипп Киркоров разгуливал по клубу в наряде из черной сетки и шортах в тон. Было видно, что среди всей срамоты, как обозвал вечеринку народ, поп-король отечественной эстрады чувствует себя прекрасно. Однако на следующий день после самого мероприятия настроение у Филиппа и других гостей Ивлеевой должно было испортиться. Дело в том, что общественники теперь требуют, чтобы всех участников голой вечеринки убрали с федеральных каналов. Будто Киркорову было мало причин для расстройства, как его решила добить певица Слава. Как известно, в этом году артистка не питает любви к коллеге. Недавно она вызверилась на поп-короля за его судебный иск к Любови Успенской. А теперь решила публично пройтись по внешнему виду Киркорова, заявив, что тот веселился у Ивлеевой с катетером в руке. Ой, что в мире-то происходит? Срамота-то какая у Насти Ивлеевой, видали, что происходит? Голые все, попы голые, даже носки на одном месте. Как же так, как допустили? А Филипп Киркоров аж с катетером в руке пришел. Мало ли на попу голую взглянет, нехорошо станет, не дай бог. Артисты наши любименькие, хорошенькие, берегите себя. Штанишки с начесом, носочки тепленькие шерстяные, только на ножки, заявила Слава в своем микроблоге.